В эфире телеканала «Юрган» «Крик. Криминал. Комментарий». В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Виртуальные миллионы. Двойная оплата госуслуг для народа. Из трущоб в бараки. Сельские новоселы в федеральном эфире. Операция «Э». Криминальная эвакуация поломанного внедорожника. Бывший руководитель Республиканского комитета информатизации и связи Александр Силютин выслушал приговор. Экс-чиновника признали виновным в расхищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, на контракте по автоматизации государственных и муниципальных услуг обвиняемый вместе с двумя сообщниками Александром Новоселовым и Юрием Поливенко похитили бюджетные миллионы, а потом потратили их на элитные машины. Репортаж Евгения Стокоза. В поле зрения силовиков Коми Александр Силютин попал еще в 2014 году в рамках расследования другого уголовного дела в отношении Сергея Писарева, директора государственного автономного учреждения «Центр информационных технологий». Следствие выяснило, в 2010 году ГАУ РК ЦИТ получило задание от регионального правительства на автоматизацию государственных и муниципальных услуг для органов власти и населения. Государству выделены колоссальные деньги на то, чтобы граждане могли без проволочек получать необходимую информацию и выполнять определенные государственные услуги, ну, практически находясь дома. То есть виртуально решать те или иные вопросы. Но нечистые на руку чиновники из этой сферы решили на этом обогатиться. Александру Силютину, сначала референту главы Коми, а затем руководителю комитета информатизации и связи, поручили контролировать процесс информатизации региона в роли главного конструктора. Поэтому директор ГАУ РК ЦИТ Писарев был в его подчинении и исполнял его указания. На первом этапе московская компания «Армада Софт» в рамках заключенного контракта на 9 с лишним миллионов рублей взялась автоматизировать 22 госуслуги. Выполнив работы и получив за это деньги, она была обязана устранить по гарантии серьезные недостатки и сбои в системе, но этого не сделала. «Армада Софт» полагалось произвести действия по восстановлению работоспособности системы. Вместе с тем Силютин дал указание руководителю ЦИТ Писареву обеспечить сдачу, приемку и оплату работ по автоматизации государственных услуг. И в дальнейшем эти работы были повторно оплачены в рамках уже нового контракта, более широкого по объему и заключенного с другой организацией под названием IT Help. Деятельностью небольшой компании IT Help, зарегистрированной в Сыктывкаре в августе 2010-го, напрямую или косвенно руководили знакомые Силютина Александр Новоселов и Юрий Поливенко. По версии следствия, все трое вошли в преступный сговор на хищение средств с республиканского бюджета. Кроме эпизода с автоматизацией государственных и муниципальных услуг, следствие вменило фигурантам хищение более 5 миллионов рублей на другом IT-проекте – создание автоматизированной системы кадрового учета госслужащих. Она должна была упростить дело производства кадровиков с документами, трудовыми книжками и учетом рабочего времени. Данную систему разработала аффилированная Новоселову коммерческая организация ООО «Центр информационных аналитических систем», где он являлся фактическим руководителем. Первый договор был заключен на сумму более 1 миллиона рублей по развитию автоматизированной системы кадрового учета государственных служащих. В дальнейшем необходимо было развить эту систему, адаптировать, тиражировать ее на местах в 56 государственных органах. По данным следствия, расценки на этот контракт были крайне завышены, и кроме того, нарушена обязательная процедура электронных торгов. Обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере все трое фигурантов полностью отрицали. Судебное разбирательство длилось 2,5 года. Суд назначал проведение технической компьютерной экспертизы. В итоге сыктывкарская Фемида пришла к выводу, что сумма ущерба по эпизоду с госуслугами меньше на миллион. Второе обвинение по завышенным расценкам по автоматизированной системе для кадровиков вообще не имеет состава преступления. Фигурантов по нему оправдали. Я ожидал, что оба будут оправдать, поскольку мы однозначно доказали, что первый и второй эпизод не имеют под собой основания, это очевидно. Второй эпизод собран исключительно на основании первого эпизода, вот прям полностью копия можете взять и просканировать, там будет меньше 10% изменений. Но при этом первый эпизод у нас обвинительный, второй – оправдательный. Это означает, что просто вторую фабрикацию не получилось сделать по-настоящему. Только и всего.
Александру Селютину по первому эпизоду суд назначил 5 лет колонии общего режима, штраф 500 000 рублей и 2-летний запрет на госслужбу. Юрий Поливенко получил 3 года лишения свободы и 200 000 рублей штрафа. Александр Новоселов, назначенный ему 3,5 года за решеткой, уже отбыл, находясь под арестом. А вот штраф 300 000 придется еще заплатить. Кроме того, всех троих обязали выплатить нанесенной республике ущерб в 4 с лишним миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Ошибся в методе закупок и оказался на скамье подсудимых. Приволжский суд вынес приговор экс-начальнику управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Приволжский Николаю Черных. Чиновника обвиняли в злоупотреблении служебным положением при переселении граждан из ветхого жилья в селе Ношуль. Подробнее Любовь Лапина. В мае и июне 2016 года экс-чиновник в нарушении закона приобрел для переселенца квартиры на вторичном рынке. При этом состояние нового жилья оказалось немногим лучше, чем то, в котором новоселы жили раньше, о чем они и поведали журналистам, в том числе федеральных СМИ. Фундамент даже не меняли, какой-то шлак, говорит, сколько лет, 10 лет назад шлак завезли сюда, говорит, завалили вот в эту самую коробку, вон, опилки видны, это что такое, что за фундамент, ремонт фундамента был, я вообще не понимаю. Проверка, инициированная лично руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, вылилась в уголовное дело. Первое такого рода в республике. Подозреваемый оправдывался. В сроки реализации программы не укладывались. Времени строить новое жилье не было. Конкурсы ни к чему не привели. Решили закупить вторичное жилье через аукцион, но просчитались. Во-первых, это нарушение порядка, да, при реализации. Закупили жилье, когда программа еще не предусматривала покупки на вторичном рынке, а только строительство. Это во-первых. А во-вторых, купили жилье по завышенной стоимости. То есть не на основе расчета анализа рынка. То есть купили дороже, чем рыночная стоимость. По данным специалистов, за вложенные в приобретение квадратных метров средства можно было купить более качественное жилье даже в райцентре. Ущерб для муниципалитета – почти 1 800 000 рублей. Однако бывший начальник Николай Черных свою вину в злоупотреблении служебным положением так и не признал. Следствию пришлось собирать доказательства буквально по крупицам. Местные чиновники, как могли, вставляли палки в колеса, давали неверную информацию или вовсе не отвечали на запросы. В итоге фигуранта уголовного дела суд признал виновным и назначил ему год лишения свободы условно. На 2 года отлучили от власти и по требованию прокурора района обязали возместить причиненный ущерб. Приговор в законную силу пока не вступил. Закопал приятеля в огороде. 40-летний житель поселка Жешерт Усть-Вымского района предстанет перед судом за убийство собутыльника. Когда именно совершил преступление, он и сам не помнит. Подробности инцидента у Натальи Литкевич. В январе в Усть-Вымскую полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ранее судимого родственника, жителя поселка Жешер. Искали мужчину по всей республике. Ближе к лету стражи порядка получили оперативную информацию. 40-летний житель того же поселка, возможно, причастен к убийству пропавшего. Находясь в изрядном подпитии, он проболтался своему знакомому. При получении данной информации сотрудниками МВД незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, проведены эксгумирующие мероприятия. Данное лицо было извлечено. Данное лицо было опознано родственниками, проведена экспертиза ДНК. Подозреваемого нашли на даче в обществе «Березка». Отпираться он не стал и рассказал, как и почему убил приятеля. Вот только когда он это сделал, то ли в ноябре, то ли в декабре, мужчина уже и не помнил. По его словам, зимовал он на даче. В один из дней к нему на огонек заглянул его партнер по совместному нелегальному бизнесу, ранее судимый мужчина. На веранде устроили застолье. Из-за чего начался конфликт, мужчина помнит смутно. Они, то есть, сдавали, получается, металлолом, то есть, вот, и потерпевший, то есть, стал высказывать, то есть, обвиняемому, то есть, претензии, что он его якобы обделяет, то есть, ну, не делит там деньги поровну. Со слов обвиняемого, то есть, потерпевший стал его оскорблять, то есть, это его, соответственно, ну, вывело из себя. Хозяина дачи такое неуважение оскорбило. Он схватил нож и нанес оппоненту 22 удара. Потом я его пододвигал, ну, я сел, выпил 50 грамм, чтобы успокоиться. Выровнял его, домой зашел, лед взял, накрыл, со стола все убрал, печку дома подложил, потом еще выпил, покурил, уже сильно пьяный. Допив спиртное, мужчина отправился спать. Наутро вырыл яму, завернул тело в покрывало и закопал в огороде. Вместе с орудием преступления, складным ножом. Сейчас он арестован, эксперты признали его вменяемым.
Уголовное дело передано в суд. За умышленное убийство Жешарцу грозит до 15 лет колонии. Сыктывкарские автоинспекторы разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 ноября около 3 часов ночи во дворе дома 150 по улице Карла Маркса. На записи камеры уличного видеонаблюдения видно, как во двор заезжает легковая машина и высаживает пару. Молодые люди долго выясняют отношения, а затем садятся в припаркованную иномарку. Водитель седана отъезжает назад и таранит бок «Лады». Затем выворачивает руль и скрывается с места происшествия. Сейчас стражи порядка устанавливают автомобиль, а также личность ночного гонщика. Всех, кому что-либо известно о происшествии, силовики просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Автоинспекторы зафиксировали рост ДТП с участием детей. В ноябре в Коми случилось 5 аварий с пострадавшими. В большинстве случаев виновниками наездов признали водителей, чьи машины сбивали юных участников дорожного движения в зоне действия знака «Пешеходный переход» или на дворовой территории. Репортаж Антона Булаева. 16 ноября в Прилузском районе под колеса легковушки угодили сразу 2 юных пешехода. В 6 часов вечера в деревне Загарская дети переходили проезжую часть по зебре. В этот момент по дороге ехала «Лада». Водитель вовремя не сбавил скорость, поэтому появление пешеходов было для него неожиданным. В самый последний момент нарушитель попытался резко вывернуть руль влево, но уйти от столкновения ему все же не удалось. В результате ДТП пострадала девочка 2003 года рождения, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму правой голени, а также перелом голени, и была госпитализирована. Пешеход девочка 2005 года рождения с диагнозом автотравма, закрытая травма левой стопы, была осмотрена в районной больнице. В момент ДТП мама встречала дочь на другой стороне дороги. В тот же вечер 16 ноября в Карткировском районе «Газель» сбила 17-летнюю девушку, которая стояла на обочине. Грузовичок протаранил припаркованную «Жигули» и «Четверку». После сильного удара ВАЗ наехал на 19-летнего юношу-пешехода, а затем съехал в кювет. Оба пострадавших с серьезными травмами головы были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судебные перспективы ожидают еще одного водителя, совершившего наезд на школьницу в Троицко-Печорске. Выполняя маневр движения задним ходом в квартале Южный Троицко-Печорска, двигаясь от дома 14, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался в дворовой территории без сопровождения взрослых. По словам водителя, выполняя маневр заднего хода, ребенка он банально не заметил. Остановился только после того, как услышал крики очевидца ДТП. Девочка оказалась зажата под двухтонным грузовиком. Ее смогли вытащить оттуда лишь при помощи домкрата. С компрессионным переломом 3 позвонков, тупой травмой живота и многочисленными ушибами 11-летнюю школьницу госпитализировали. Позже ребенка вертолетом санавиации экстренно доставили в Сыктывкар. По словам медиков, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. По факту наезда решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Сыктывкаре задержали необычного угонщика. 11 ноября в полицию позвонил житель дома по улице Пушкина. По словам автовладельца, средь бела дня неизвестные злоумышленники погрузили его элитный внедорожник стоимостью свыше 2 миллионов рублей на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении. По словам хозяина, автомобиль был в неисправном состоянии и уже полгода стоял на парковке, пока он собирал нужную сумму для капитального ремонта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперты обнаружили следы шин предполагаемой машины лжеэвакуаторщиков. Стражи порядка установили очевидцев, которые частично запомнили номера автопогрузчика. Была получена информация, что данная автомашина находится в Светодинском районе, куда мы и выехали, где и обнаружили автомашину в разобранном виде, подготовленную уже к ремонту. В последующем через автосервис, где была обнаружена автомашина, мы установили лицо. Задержанное лицо пояснило, что данную автомашину он наблюдал на протяжении 8 месяцев. Созрел план для того, чтобы похитить данную автомашину. В последующем хотел ее восстановить и уже реализовать. В итоге задержанный был даже отчасти благодарен оперативникам за их своевременный звонок. Он выехал в другой регион для приобретения дорогостоящих деталей для ремонта. Своевременным вмешательством полицейские не дали 24-летнему автовору потратить свыше 400 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. Если вину фигуранта докажут в суде за хищение внедорожника для последующей его перепродажи, молодого человека могут отправить в казенный дом на 6 лет.
На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Нашу программу можно найти на сайте юрган.рф. Напоминаем, телеканал «Юрган» в пакете «Триколор ТВ». Итоговый обзор криминальных событий региона подведем в пятницу. Берегите себя и своих близких.